Встречайте, Виктория Панина! Ну, у меня нет каких-то лайфхаков, хитростей, я просто пытаюсь запомнить каждую секунду, потому что с появлением ребенка у тебя, естественно, перестраивается жизнь, ты существуешь по-другому, ты передвигаешься быстрее, ты даже быстрее дышишь, мне кажется. Но самое главное, чего я не делала раньше, я ловлю себя на мысли, что вот есть это мгновение, и оно никогда больше не повторится. То есть я знаю, что, возможно, завтра уже у моего ребенка появятся зубы, она не будет вот так мило улыбаться своей беззубой улыбкой. И там завтра она, ну не завтра, а скоро начнет говорить, и я там не буду уже догадываться, о чем она огукает. Ну, какие-то такие вещи, то есть, вот, возможно, ее улыбка завтра будет другой. Я ловлю здесь и сейчас, понимаю, что вот это впервые, и, возможно, завтра это уже не повторится. Поэтому вот такие какие-то вещи в моей жизни появились, и, наверное, это есть главный лайфхак, вот эту секунду проживать как первый-последний раз. Правильное питание, спорт, и я думаю, что все молодые родители знают, что когда у тебя появляется ребенок, у тебя появляется дополнительный груз на руках, это тоже неплохо развивает твою форму, и, естественно, ты все делаешь быстрее, поэтому и калории сжигаются быстрее. Рожайте детей, вы похудеете. Смешных, комичных историй, вот конкретных, так, чтобы вспомнить, я не могу, потому что они происходят каждый день. Как вы понимаете, в большой семье каждый день что-нибудь случается, и каждую съемку что-то происходит, и это всегда очень забавно, смешно. К тому же, я работаю с Ильей Мининым, а с этим человеком невозможно быть серьезной. Ну как? Ну вот невозможно, поэтому каждый раз что-то у нас происходит смешное, и надо записывать. Вот, на самом деле, я жалею, что мы не записываем какие-то такие моменты забавные. Это потом вспомнить было бы очень прекрасно. Девиза у меня по жизни нет, но у меня есть главный принцип, которому я стараюсь следовать изо дня в день. Мне кажется, что жизнь, она как бумеранг. Вот то, что ты отдаешь, то и ты получаешь. И это выражается в мелочах. Буквально ты пропустишь человека на дороге, едешь в автомобиле, и поверь, случится то же самое с тобой. Ты вдруг тебе вот кто-то нахамил в магазине, ты отвечаешь хамством, потому что у тебя настроение плохое, у тебя столько проблем и на работе, и дома, и что случилось, и так далее. Лучше не будет от этого. Тебе это же вернется, вот этот негатив, вот это вот хамство какое-то и так далее. Но если ты на кассе магазина похвалишь прическу этой кассирши, которая целый день пробивает эти товары, и она устала, и у нее тоже куча проблем, а ты просто ей сделаешь комплимент, выйди из магазина, через некоторое время с тобой произойдет что-то замечательное. Я не знаю, почему я это верю, в это верю, хотя нет, я знаю, потому что мне кажется, что так жить намного проще. И отдавая, ты получаешь, и я вот буду стоять на своем, что это работает. Поэтому мне кажется, это, ну, якобы, пусть будет мой девиз по жизни, жизнь бумеранг.